Кемерово присоединился ко Всероссийскому фестивалю «Вместе ярче». По всей стране, в крупных городах, эксперты обсуждают вопросы энергосбережения. Идея этого проекта зародилась на Международном молодежном форуме в прошлом году. Сегодня за круглым столом в областной столице собрались представители крупных энергетических предприятий, в том числе и делегация сибирской генерирующей компании. Какие вопросы поднимались на встрече, расскажет Анастасия Федотова. От одной лампочки до целой электростанции. Сегодня в Кузбасском политехническом университете в рамках фестиваля «Вместе ярче» прошел круглый стол по вопросам энергосбережения. Фестиваль призван обратить внимание всех граждан на экономию света, тепла и воды. На встрече собрались представители областной администрации и энергетических компаний области. Электростанции сибирской генерирующей компании входят в перечень основных источников централизованного теплоснабжения в регионе и производят более 80% всей электроэнергии в Кузбассе. Поэтому руководители СГК знают, какие вопросы энергетикам предстоит решать в ближайшем будущем. В первую очередь, наверное, все-таки это повышение эффективности, энергоэффективности как у потребителей, так и у производителей, потому что это все-таки влияет и на экономическую составляющую, и влияет на величину опять же, тех же выбросов, тех же отходов. Это первая тема, наверное, которую надо поднять. Ну и вторая тема – это повышение именно эффективности производства электрической тепловой энергии на тепловых электростанциях. На самом деле 30-40% экономии для особенно частного домохозяйства – это вполне реальная цифра. Необходимо, чтобы в доме были энергосберегающие окна, достаточно утепленные стены, для того, чтобы та энергия, которую продуцируют наши тепловые сети, не уходила на улицу. Фестиваль «Вместе ярче» проходит в сентябре в 77 регионах России. Помимо встреч профессионалов проводятся уроки энергосбережения. По итогам этого большого проекта энергоснабжающие компании должны договориться о новых путях развития своей отрасли. А потребители задуматься о том, что выключенный свет или закрученный кран также пойдут на пользу не только экологии, но и семейному бюджету. Главное, что вместе результат будет виден ярче. Анастасия Федотова, Павел Пасечник, Кирилл Гордиенко. Видимости, телекомпания «ТВ Мост».